Актриса театра и кино Мария Машкова, дочь народного артиста России Владимира Машкова, уже длительное время живет в США, откуда регулярно поливает родную страну грязью. Не сдержала знаменитость очередной порыв к этому и на премьере своего первого фильма. Речь идет о картине под названием «ИСС», в которой Машкова сыграла одну из ключевых ролей. Фильм рассказывает о миссии американских астронавтов во время Третьей мировой войны между Россией и США. Презентуя эту картину на одном из кинофестивалей, Машкова заявила, что была якобы инфицирована российской пропагандой, в которой говорится о ненависти США к русским. И поэтому, по словам актрисы, приехав в США, она готовилась к худшему – работать проституткой. Однако американцы развенчали ее опасения, передает телеграм-канал «Самые сливки».